Опа, пролетел опять скелет. Угу. Это что за прикол? И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение, и сегодня мы решили, как старые добрые времена, пройти карту хоррор. Карта называется «Очень жуткий хоррор». Серега, поздоровайся. Приветики, млечки. Ты готов? Да. Погнали. Ух ты, какая музычка сразу пошла. Кактус. Начинает. Короче, это, я так понимаю, карта с какими-то приколами. Да? Получается, да. Фанта Презенс. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, поддержите канал подписочкой, чтобы было интересно записывать нам ролики. Ну и обязательно напишите какой-то креативный комментарий. Самый классный комментарий попадает в начале ролика. Вот и название. Что за бред, скелеты какие-то. Это так и должно быть, или это какой-то прикол? Это интро, Дима. О, анатомия человека. Так, переводи, что пишет. Черт, мне надо посрать. Серьезно? Дима, тут лапша китайская, это чё? Это телефон, походу, да, это телефон. Бутылки пива, давай, разбивай, мы же миллионеры. Давай проверять, потому что знаешь, что может под коробками что-то быть. Чё нету? Нету. Кстати, карта весит 200 мегабайт, как для хоррора это многовато. Погнали. Как думаешь, будут скримеры здесь или нет? Да по-любому будут. О. Начинается блумать. Эта дверь открыта, какого черта? Давай сначала этот, проверим здесь все, а потом уже пойдем на улицу. Ох ты, ё-моё! Дурак, что ли? Вот это жесть! Ты же можно оглохнуть. А я зайти не могу, кстати. А, все. Так, Unit Kills Boosters. Надо позвонить это охотникам на скелет. Это жесть. Телефон наверху, я пойду позвоню. А надо позвонить реально? Или ты думаешь, да. Это прикол какой-то? Ну, там было написано Need Call, значит... О, позвонили. Трубка вообще какая-то очень странная. Если ее можно повешать назад? Алло, мне две пиццы. А, вот, да, написано, найдите телефон. Слева вверху написано. Так, дверь закрыта. Уже это очень странно. Ваш звонок очень важен. Мы вам ответим, как будет возможность. Это прикол. Вот это, ребята, веселенько у нас тут. Спуки, спери, скелетон. Старая песня. Так, я не могу дверь открыть. Надо ждать, наверное, или сейчас соединят? Да, наверное, музыка соединения с этим. Черт! Оператором. Это я ухожу отсюда. Погнали. Так, ну, типа что? Очень долго. На улицу? Типа, очень долго. Ну, походу, пойдем. Ё-моё, ты дурак, что ли? Что за бред? Так громко. Реально, у меня аж уши, блин, залаживают. Как думаешь, мы там в здании все поделали? О, идем сразу за здание сюда сходим. О. Вот это здесь он накрутил громкости. Минус уши. О, еще один телефон. Опять звоним. Так уже как-то все помрачнее здесь выглядит. Какая-то что у нас? Вызов, да, идет? Факел такой, как мы. Вот это жесть! Че здесь вообще так накрутил он? Так, я могу сюда? Нет, сюда никак не попасть. И что, нам надо ждать или еще нет? Убирайся отсюда, вон же задание написано. Угу, у нас. Понял, уходим. Так, вон машина. Что-то. Может, на этой машине уехать можно? О! Опа-па! Охио! Агаю! Агаю, понял. 3.42. Скелетон Бустер Стритс. Так, а где это мы появились? О, Джо Байден. Вот это приколы. Ничего нету. Подожди, можно тут кнопку нажать? Нет, а ну давай назад сядем в машину. И нельзя. Ну-ка, я все нажимаю, Дима, все, что есть. Да-да-да, может, так и надо здесь делать? Что такое? Это троллинг нас. А вон наверху вертолет на крыше, нарисованный. Ха-ха, на картонке.
А сюда никак нельзя попасть? Нет. А, не... а у нас ничего нету. А вот тут есть, по идее, Дим. Что-то, ну-ка. Уже сзади в багажнике, что ли? О! Что это такое? Опа. Паркур? Ну да, паркур по поломанным домам. Ой-ой-ой, я думал, я упаду. Так, я так понимаю, нам надо к вертолету? Так, давай ты прыгай. Наверное. А что здесь? А там что-то есть? Ничего. Не знаю, нет. Ты что, упал? Не-не-не, я чуть не упал. Опа, Дима, давай, твоя очередь. А я уже туда перепрыгивал. Опа, вертолет. Сюда, походу. Нет, вертолет нифига. Дим, вот. Это точно еще хоррор паркур. Или что? Я не понимаю. Ну, поначалу что-то страшное было. Луны какие-то. Вообще трэш какой-то. Я не знаю, мы правильно идем? Наверное, правильно. Что здесь такое? Из хорроров паркур какой-то. Не, ну надо было что-то такое интересное пройти. Так, давай, наверное, сюда. Да. О, отлично. Башмаки не надо, Серега? Снимай, Дима, ты что, мы заходим в партию. Ну что, еще будут скелетоны? Не, никого нет. Ох ты, ё-моё, так сказал, ё-моё. Да что ж ты орёт так? А сзади скелеты? Да вон, скелеты появились, смотри. Ой, исчезли. Так, давай все-таки мы здесь пройдемся. Музычка такая играет. Скелетон Бастерс. Так, здесь ничего нету. Пойдем сюда. Пошел ты, скелеты убьют тебя, написано. А ну еще тут что есть-то? Так, давай, наверное, сюда по дверям сначала походим. Давай. Ой, там уже черное что-то пошло. Там какой-то коридор смерти, Дима. Походу. Я иду туда. Идешь? Ты куда? Я в коридор смерти. Погоди, бегу. Давай. Я иду медленно, не буду спешить, чтобы не нарваться на скример. А сейчас опять там спуки скелет. Музыка так орёт сразу. Какой-то неадекватный. Так, о, а туннель побежал, отдаляется? Не-не-не, туннель не отдаляется. Я думал, знаешь, как были хорроры, так идешь, а туннель и коридор удлиняется. Открываем. Закрыто. Вот ё-моё, это троллинг реально. Может, назад надо? Пошли назад. Будем может, копить. Ключ надо найти, как думаешь? Блин, ну задание не написано никакого, что делать. Будем сейчас искать. Я проверю холл. Может быть тут что-то. Ну тут кровяка какая-то на стене размазана. Кружки, компьютер с белым экраном смерти. Я коробки здесь сломаю, но в них ничего нет. Будем убирать, потому что, знаешь, помнишь, как за коробками делали вентиляции? Блин, Дима, тут что-то прям страшно у меня. Иду прям к тебе. Прям очень страшно. Так, а где ты? Ты прошел мимо. Я здесь. Иду. Ну, здесь обычный офис, вот здесь что-то уже страшно. Тут скелетик нарисован, я боюсь туда идти. Не бойся. Я боюсь. О. Что там? Only gay people can real this. Ух ты. Ой-ой-ой, вообще такой, знаешь, уже пошел какой-то страх. О, кстати, смотри, столы стоят вверх ногами. Давай на компьютере прокладываем. А, и тут кактусы везде, да? Понял, ни о чем. Да, это, наверное, офис этого разработчика карты. О, а это что у нас тут? Это унитазы, Дим. ПНГшные. О, вентиляция, как я и говорил. Надеюсь, нас не сильно испугали здесь. Хоррор-смешинка, ребята. Это очень необычно, как для хоррора. Обычно, знаешь, там на серьезных щах все делают. А здесь прям... секрет. Да наоборот, здесь прям хорошо. Жестко так именно веселят, а не пугают. Ну, погнали. Я что-то вижу, там, кажется, это телефон. О, что там? Надо было сразу так сделать. Опять звонок. Тут все на телефонах, что ли, завязано? Ой, вентиляция закрылась, Серега. А, ты прилетел тоже, а я удалил вентиляцию. Так, и что? Куда мы звоним? Ждем. Сейчас что-то ответит по-любому.
Ничего. Это секрет? Телефон просто где трубку не берут? Не, ну он красиво троллит. Услышишь? Ты тоже слышишь тиканье? Да. Чё и чё? И ничего. Ну-ка. Алло. Москва? Не, ничего. Congratulations. О, поздравляю. Вы потеряли 2 минуты 28 секунд своей жизни. И чем больше ты здесь стоишь, ты больше времени теряешь. Теперь тебе надо это целую минуту назад идти. Ты ожидал, что здесь будет секрет, что-то веселое случится. Ты думал, что-то веселое будет. Ну, иди отсюда, кусок говна. Ты хочешь больше? Ладно. Ого. Ты можешь иметь кактус. А дверь тут не открывается. А я ключ какой-то нашел, взял. А ну давай, открой дверь, это может откроется? Он не от этой двери, походу. Пойдем. Вот разработчик тролль. Затроллил нас. А я сразу думаю, какой это будет сейчас прикольчик. Так и есть. Говнюк такой. Молодец. Щинь. Вентиляция сильно здесь долгие. Ненавижу вентиляцию. Так, погоди-ка. Мы здесь еще не обследовали же, Дим. Да-да-да, идем, потому что сразу туда пошли. А тут... Давай, переворачивай столы. Тут нам, тут вообще какая-то... Ой-ой-ой, блин, я испугался стаканов. Стакан. Так. Мы твоих сородичей убили. Ничего. Дима. Что за бред? Все в кактусах. Такое ощущение, что разработчик над нами издевается. Опасно. Но у него этот хорошо получается. А здесь что? Что? Ой. Ай, блин. Что за прикол? Он издевается над нами. Тут нигде ничего нету. Здесь пусто. Ну, я какой-то ключ подобрал. А чего он, интересно? Надо догадаться нам еще. Еще раз сюда зайду. А может открыть у тебя-то можно? А ну, иди сюда. Что там? Статуэтка нарисована на стене, попробуй, не? Не. На дурачка, а вдруг? Так, здесь мы были? Мне кажется, это надо вот... Мы еще где? Что здесь? А мы еще не везде были. Тут мы были. Тут фигня. Там же закрытая дверь большая была. Ну-ка, может это от нее? А вот это можешь попробовать здесь открыть дверь. О, фак он. Не. Вот это трэш. Ну я побежал туда, короче. Посмотрим, откроется или нет. Давай. Нет. Нет. Это не от этой двери. Это жесть. Он еще такие специальные коридоры длинные сделал, чтобы бегать далеко. Говнюка. Мне кажется, можно отсюда выходить. Все, выходим, да, наверное, отсюда, не? Туда? А я не знаю, тут есть выход вообще или нет? Выход? Как мы сюда пришли? Ты не помнишь уже? О, давай для прикола удалю дверь. Ой. Я карту там поломал кусочек. Так, ничего. А, Дима. Да. Ну-ка, тэпнись ко мне. Иду. Я тут секрет... О, смотри, что я нашел. О, ты ключом открыл, наверное? Я по столу покликал. Офигеть, вот это он попридумывал. О, теперь вниз. Ну как угадать, что надо кликать по столу? Это что за такое? Дима, у тебя тоже лифт это не прогрузился? Не, я прогрузил. А что у тебя не грузится здесь? А у меня лифт, короче, не поехал. Он там наверху остался. Мы, по сути, в воздухе у меня висим. Не, мы едем. Наверное, кому-то одному грузится, я так понимаю. Я у тебя очень странно. Нифига себе, это что такое? Опа! Что, скелетоны опять повылазят? Дерьмо! Щет! Опять узкое, опять давай, Дим, вперед. Давай, нам лабиринт еще поделай. Так, это... Ух ты! Ё-моё, скелет что пролетел, такое? Испугал меня. Зараза такая, а? Он аж проломил, да, тут решетку. О, так мы в тюрьме, что ли? Опа, я нашел пистолет. Че нам этот пистолет? Возьми, если тут лежит. А я его могу только на Е носить, я его как брать не могу. Тут скелеты сидят в решетке. Еще скелеты.
Музычка такая сразу прикольная играет. Так, здесь. Опа, прилетел опять скелет. Ага. А! Это что за прикол? А хорошо, что мы с этого места, да, появились? Ой, это вообще замечательно. Вот он. А! Да ё-моё, я дергаюсь! Говно, блин. Короче, он там появляется со временем. Надо просто... Зеваетесь, что ли? Смотри, стой. Вот, все, он пролетел, надо вот сюда бежать. Сейчас он забегай пролетит. Сейчас он пролетит. Я... Опа, есть. В комнату забегай там. Сразу. Он поставил? Так я не был, я был в комнатке, он меня убил. В маленькую комнатку забегаешь, там же куча маленьких. Да-да-да, вот я в комнатке стою. Сейчас он пролетит. Фух, я пробежал, Дима, я пробежал. Сейчас, я тоже пройду. Ах, он меня, говнюк, замочил. Он сейчас... своего собрата убил. Сейчас, он пролетит, я сразу бегу. Беги, в комнату. Есть. Вперед. Беги. Не, я лучше по очереди в комнатке буду забегать. Все, я бегу. Фух, все. Вот это жесть. Бегу. Прям жестко сделал. Такая скорость у него ДБЛ. А? Сюда! Фух. Ё-моё. Тут паркур у нас. О, это моё любимое. Оп. 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 Опа. Оп. Опа, всё. Так, мне уже не стыдно за себя, что я научился... парковаться. Парковаться. Здесь надо аккуратнее, видимо. Ты думаешь, он когда касается, мы умрем? Да, я думаю, что да. Так что я потихонечку буду, не спеша. Я тоже. Я сам, по идее, как скелет. Ну, он не должен тебя убивать. Своего собрата. Так, эта дверь не открывается, Дим, так что... Давай, я за тобой сразу иду. Это чисто, знаешь, это обман зрения. Понял. Вот это тоже дверь не открывается. Ну, видимо, кнопку какую-то надо нажать. Вот я это челлендж, не... что прям я такая... Ай, блин! Ай! А, там дверь еще одна есть, Дима, короче, вот. Видимо, к ней надо можно пройти. Можно с контролом идти, как раз будет скорость такая же? Я с альтом иду. Потихонечку. Скорость такая же получается или нет? Ну, это ай! Чуть быстрее. Да я проверил, быстрее. Видишь? Так, я буду с контролом пытаться идти. О, с контролом один в один, как скелет едет. Точь-точь. С контролом рассчитано, короче. Ага. Видел? Не, я не вижу, я далеко тут уже зашел. Так, я за тобой, Серега. Давай. Я специально, ну ладно, не специально. Опа, все, я ключ нашел какой-то. Я взял этот ключ. Бегу. Так, и бегу, что, нам назад бегу. Теперь? Нет. Вот тут еще же одна дверь, Дима. Походу, ее сейчас надо открыть. Я иду. И что-то там нажать. Я вот как раз к этой двери иду. Блин, ну трудно, знаешь ли. Ну да, тут он такие челленджи тут понаделывал. Да, вот тут кнопка, и она открывает ворота, короче. Там. А, я хотел к тебе зайти. Так, и какие ворота оно открыло? Во, все. Я дошел. Прошел? Я дошел, по сути, сейчас. Опа! Все. Может, телепортируется. Не-не-не, я. А? А, Серега, я пройду к тебе, ты ж смотри. Я уже здесь. Чтоб время немного держать. А! Хорошо, что я бежал на шифту. А, я на распаковку карты просто бежал. А нам как раз, походу, туда и надо прыгать, Дим. Ну давай. Да. Вот это жесть, он намудрил. Ой, лифт. Давай в лифт. Полетели. Лифт прогрузился у тебя? Да, тут. О, все, поехали. Так, получается, мы взяли что, ключ? Так, это что написано? Да. Здесь это место... Это какое-то? Место дерьмо, я ухожу отсюда. Согласен с ним полностью. Куча скелетов, еще больше даже, чем в доме. О, так вот, вот оно шо. Летим. Прилетели. А, все, мы вышли с той двери в итоге. Так, да. Что дальше? Валим отсюда, Дим. Пошли. Ох ты, ё-моё, опять испугался, ты дурак. Сзади скелеты. Так, и чё сейчас будет, как ты думаешь? Исчезнут, и мы... О, мы появились... Это начало карты или нет? Нет, не начало. Ой, дверь закрылась. Так, наверное, сейчас там что-то будет на поле.
Нет, это типа, походу, безысходность, Дима. Думаешь? Да. Ну, или сейчас тут, может, что-то попробовать найти. О, давай дверь удалим. Это же горит, смотри. Нельзя удалить дверь. Погоди-ка, тут кирпич. Дима, тут кирпич. О, разбивай стекло. Отлично. Вот ты молодец, Серега. Я бы, наверное, тупил бы жестко один. О, сейчас, наверное, будет мочилово. Патроны или лекалка. О, Дима, базуки. Как думаешь, мочилово будет? Да, бери. Бери все. И костюм, и костюм. Отлично. Так, у меня 80% жизни. О, а... битва начала. Это боссы? Дима, да, он мне хп отнимает. У меня он тоже хп отнимает. Поехали. Мочили. Полетели. Наверное, надо возле той штуки стоять и лекаться, да? Да. Ух, какая музычка-то. А как думаешь, мы правильно делаем, что мы его мочим? Ну, да, мы его убили. И вон вход появился, погнали. В голове у него. Ты упал? Или ты жизни пополняешь? Не, я тут. Мне пофиг, я бегу. Ох ты, сколько скелетов тут. О-о-о. Опять пошла музыка. Это король скелетов. Куда ты свой? Я не могу пройти. Повернись. О, я могу пройти. Он на ракете улетел, Дима, давай быстро на ракету. Вот это жесть, он умудрил. Чего это такое? Все? Это что, прошли? Не знаю, сейчас узнаем. This is it. Это не конец. Переводи, что там пишут? За всех испуганных детей это безумие должно закончиться сейчас. Я уничтожу твои кости. Это последний твой Хэллоуин. О, ты что, будешь сейчас стрелять по нему? Да, стреляй по нему. Очень-очень, жизни тратится опять. Где моя лекалка? Стреляем, стреляем, стреляем. Нифига себе, вот это экшон. Вот это экшон, реально. Мочи этого урода. Ты живой еще, Серега? Да. У него же огонь идет. Давай, жги этого урода. РПГ нормально, горит, все. Все, убили? Да, пополняем жизнь. Ой-ой-ой. Ой, это ракета типа упала наша. Нет, это его, это мы его замочили. Понял. А вот наша, ну да, ракета вот стоит. Все, мы типа, да, мы домой вернулись, все типа. Не, давай зайдем же. Take shit. Что написано это? Сходи, посмотри. Опять? А, мы же так и не сходили. Я просто взорву ящики все на всякий случай. Ну идем, тогда сделаем то, что мы хотели. Погоди-ка. А, нет, тут ничего. Ладно, вот наш дом родной. Вон там сральник, и теперь можно... О, мы прошли, ребята! Продолжение следует. Давайте так, если вы хотите продолжение этой карты... А, кстати, а есть вообще продолжение этой карты? Ее ж нету. Продолжения нету. Ну, мы будем ждать ее с нетерпением. Так что ставьте лайкосики, если будет много лайков, только выйдет эта карта, мы сразу ее запишем. Спасибо за то, что играли. Разработчик молодец вообще, я считаю. Да, красавчик. Напишите, нравится вам эта карта или нет. Напишите, нам нравится, и мы будем знать, что такое надо дальше записывать. Потому что много карт хоррора вышло, и на серьезных щах карты вышли, и по приколу. Это Серега, кстати, эту карту нашел. Я вообще хотел карту, которая реально сильно пугает. Поэтому, если вам нравится, напишите, нам нравится или плюсик, то мы обязательно снимем еще хоррор. Если вам понравилась эта серия, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, пока.